Привет всем, с вами Мария Арифова, и вы на моем канале Поварешка. Сегодня я вам покажу самый простой, быстрый, вкусный и очень сытный салат. А главное, в нем минимум ингредиентов, которые всегда найдутся у вас. Ингредиенты будут даны в описании к этому видео. Первым делаю сухари, можете использовать покупные, вообще это все на свой личный вкус. Я делаю из черного хлеба, немного поливаю оливковым маслом, присыпаю солью и отправляю в духовку до готовности. Пока сухари пекутся, нарезаю тоненько капусту пекинскую. У меня 8 листов, этого хватит на 3-4 порции. Далее натираю сыр, соединяю все в салатнике, перемешиваю, добавляю майонез и все хорошенечко перемешиваю. Пока нарезается салат, сухарики уже будут готовы. Я заправляю салат майонезом, но можно сделать ппшный соус или, например, сметанный соус с добавлением укропа, чеснока, зелени. Вообще, в конце видео оставлю вам ссылочки, которые вас очень порадуют. Этот салат мне нравится, что готовится максимально быстро. Он очень вкусный, он сытный. Его можно есть как отдельно, как дополнение к ужину. Его можно поставить на стол. В общем, на все руки салатик. Благодарю за просмотр. До новых встреч!